قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب وفوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب ها قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب. Это те, помимо Аллаха, на суд которого обращается и следящий за делами людей правитель. Уже знаете, братья мои, когда в жизни мусульманина появляется какой-либо проблем, то он решает их только по законам Аллаха. Для мусульманина ни в коем случае не может быть другой дороги. Например, допустим, что мы с тобой совершили торговлю, а потом не согласились друг с другом. Так как мы будем решать эту проблему? Пойдем на суд? Нет. Ответ из религии ислам. Из-за того, что ты из религии ислам, ты можешь обратиться лишь к Аллаху, Господа миров. Если ты обратишься к какому-либо существу, чтобы она рассудила тебя, помимо Аллаха примешь его себе божеством. Помимо Аллаха примешь его Господом, объектом поклонения, кроме Аллаха, то есть тагутом. А это разорвет все твои связи с исламом. Муджахид говорит: «Тагут – это те, на суд которых обращается помимо Аллаха, Азаваджалли, и управляющий делами людей правители, управляющий, основываясь на то, что он так утверждает». Я скажу об этом в теме, а потом соединю с аятом. Он говорит, так основываясь на 60-й аят сура Ан-Ниса. Аллах, Субханаху ва Тааля, сура Ан-Ниса, 60-м аяте говорит: «Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они веровали ниспослан тебя и ниспослан до тебя?» Получается, есть группа людей, которые утверждают, что они верят в Аллаха и в Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Вдобавок еще верят в то, что было до Мухаммада, то есть в Ису, Мусу, Ибрахима, мир им и так далее. Но Аллах говорит, они заявляют, что уверовали. То есть, на самом деле они не уверовали, а лишь так думают. Почему Аллах так говорит? Потому что они совершили одно действие, а это действие не сходится с их утверждением об их вере, об их имане. Что же это за действие? Аллах Аизза ва Джалля говорит, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него. Что приказал тебе твой Господь? Приказал не веровать в Таута и отрекаться от него. И если не выполнишь этот приказ Аллаха, то даже если будешь до вечера говорить, что ты уверовал, как говорят у нас в народе, даже если к пять прибавишь еще пять. То есть, даже если скажешь, что ты уверовал в Аллаха и в то, что было ниспослано ранее, все равно Аллах Азза ва Джалля принимает твои веры только как какое-то заявление. Получается, что если кто-либо помимо Аллаха и посланника поставит какую-то законность, это может быть суд, правитель, командир, обычай и так далее. Если среди людей выдаются решения по законам кого-то помимо Аллаха, то Аллах Субханаху Тааля называет их таутами, тех людей, которые склоняются к ним, которые желают, чтобы они вносили решения. Аллах называет таких поклоняющимся им и отменивший служение Аллаха Аззаваджалля.